равное. Бал среднему. Активность красного за бросок. Бросок с ковра. Первое техническое действие у борца с красным поясом. Эта встреча со счетом 1-2. Победа жил бьет синим поясом. Касымов Джалал. Займите свое рабочее место. Бал синему Наркупову. 5 секунд. Со счетом 5-5 по первым техническим и по активности победу одержал боец красный. На ковер. Активность красным забросил. На ковер приглашается. Пересколков сейчас уже готовится. Финальная пара весом 90 кг. Приходит. Замечание на высоту домой. Готовится весовая категория 39 кг. Миша Марков. Бойцу симпозиум первое предупреждение за выход. Бал красному. Бал синий. Удержание синий. Есть. Боевой? Бал красный. Бойсен синий. Бал красный. Засчитано. За 28 секунд боевой прием. Победу держал бойс красный. 15. Бросок, оцените. Бросок, бал бойцу с красным поясом. 2 балла бойцу с красным поясом. Удержали. На ковер приглашается Люкманов Артем, ЦРБ, Балтарин Наркопов, Балсиний, Исадник, готовится Петров Роман, Балтарин Филарин, Артем Кислет, готовится Петров Роман, Балтарин Артем. Стоп, врача, на ковер супер 2 врача. Внимание, представители, в холле висят протоколы 13-13 лет, проверяйте. Через 10 минут начнется 13-13 лет. Бойцу синим поясом. На ковер повторно приглашается. Предупреждение на выход. Бал бойцу с красным поясом. Десантник. Боец на середину, а бойца с красным. Стоп. В этом поединке победу одержал боец синим поясом в связи с невозможностью продолжения бойцом красным. На ковер номер 2 приглашает весовой категории 39 килограмм. Мишин Марков готовится. Косяков Долгов. Стоп, время! Бал красному бросок. Всю встречу 9-2. Победу по баллам одержал боец с красным поясом. Время. Красный поправка.